Для того, чтобы наладить жизнь, нужно устранить разруху в голове. Пока эта разруха не устранена, никакие действия не позволят покончить с разрухой в делах. В зоозащитной сфере устранение разрухи в голове выражается в построении информационной структуры с единой базы данных всех собак. Тотальная регистрация, ежегодный, как минимум, ежегодный контроль над всеми собаками. Без такого информационного обеспечения никакая деятельность не увенчается успехом. Ни строительство приютов, ни стерилизация. Поэтому для любого законопроекта главным является именно построение информационной структуры. И в исполнении любого закона также является в первую очередь обеспечение контроля и информированности. Заниматься чем бы то ни было, не обеспечив регистрацию и контроль, это все равно, что начинать уборку или наведение порядка в каком-нибудь подвале без окон и без электричества. Не нужно жалеть ни времени, ни денег, ни труда на то, чтобы сначала обеспечить свет в подвале, а уже потом наводить в нем порядок и чистоту.